Всем привет, ребята, всем привет, с вами Homeplay. И, в общем-то, сегодня мы продолжим выживать в этом мире, так как нас закрою, продолжим выживать в этом мире, как-то пытаться поднять денег, и, собственно, да. И, походу, у меня через окно сперли тостер. Пойду разбираться к соседям, кто у меня тостер спер. Так, тостер я не разобрался, кто у меня спер. А, нет, стоп, я как раз таки разобрался. Ну, так. Это у меня ящик для пожертвований, но... Да, кто-то засунул Вантус. Ладно. Пойдет. Как пожертвование про... Ладно. Кстати, Здравствуйте. здравствуйте. Мне сказали, что вы у меня тостер сперли. Это правда? Нет. В смысле нет? Мне сказали, что вы у меня тостер сперли. Вообще-то сами мне его на бошку скинули. Точно. Ну ладно. Почему у вас столько вантусов в квартире? Приходил один. Ладно. Подожди. Так, в общем-то... Походу кто-то приходил и оставил много вантусов. Это не важно. Ладно, так. Опять курицы в мусорке. А! Куча яиц. Так, ладно, пойду на работу. Сегодня вроде как надо идти туда. Или нет? А, да, надо идти. Так. Так, стоп, я... А я тут работаю? Да, я тут работаю. Стоп. Вы кто такие? Что это? Алло. Вы откуда колючую проволоку взяли? Динамит отдайте, вы чё? Здравствуйте. Что это? Я только что открыл кафе, а здесь это. Вы просто понимаете, вот это вот, вот этот вот самый главный, это, как это сказать, султан. Ну, видно, что он самый главный. Он самый Вот, а это большой. его все жены. Ладно. Мне надо это осмыслить. Я, пожалуй, пойду на кухню. Так, чаечек тут попью, книжечки. Стоп. Что с кухней? Что с кухней? Так, холодильник на месте? Холодильник на месте. Что с кухней произошло? Тут что-то поменялось, все так. Ладно. Так, сейф. О. Прикольно. Диверсант. Интересно. Это ограбление. Ладно, я пошутил. Так, положу эту пушку обратно, а то еще вызовут на меня полицию. Так, почитаю книжечку, попью чаек. Так, поставлю ее обратно. А заказы будут? Нет, много, мало. Не знаете? Тут у них уже все есть, но я думаю, им этого хватит на 5 минут. Ну, возможно, да. Поэтому еще курица, еще супов, еще бургеров, картошки, ну, всего, что есть у нас. Еще курица, еще супов, еще чего-то там, да? Кажется, что Еще есть. баба Зина говорила мне вам провести экскурсию по дому. Хорошо, так. Холодильник не открывается, ау. Так, получается, все, что у нас есть, да? Еще вам ОСББ Отлично. хотела передать, что сегодня мы работаем не так, как обычно, а чуть пораньше уйдем. О, это хорошо. Пойду Сегодня сериальчик же типа посмотрю. день купаний. Значит, не получится фильм посмотреть. Ну ладно. Так. Вот, кушайте, хавайте. А то вам еда. Это добавка, это третья добавка. Так, вот, ага.
Так, еще тортиков вам здесь поставлю. Еще курицы. Газировки немножечко прям. Пицца. Что еще? Еще такая пицца. Сейчас вот это, еще вот это. Так, что у нас еще есть? Так, сейчас. Покушал. Попил. Ну, пусть они банку, думаю, уже тоже съедят. Я, конечно, не знаю, насколько это здоровая пища. Дошираки. У меня как раз дошираки кончились. Ну ладно, возьму 7 штучек, думаю, никто не заметит. Так. Почему оно ко мне возвращается? Заберите хоть все дошираки. А, да? Да. Ну, так замечательно. Оно ко мне возвращается все. Так. Отлично, прекрасно. Вот это капучино. Вот это. Так. Что это такое? Джукбокс. А, это типа магнитофона. Ну ладно. Так. О. Смотри, какая вещь есть. Хочешь, продам. 3000 нож твой. Покупаешь? Мне не нужен. Ладно. Так. Ой, я же вам зарплату 3 дня не платила. А вот именно, как так-то? Вот вам 3. Ой, вот вам 15 000. Сзади. Извините, вы мне не помогли, я тут застряла. Ладно. Спасибо. Так. Всегда было интересно, что тут есть. А, ничего нету. Ладно, так. Так. Так, что, холодильник, так, холодильник пустой, как-то грустно. Так, что это? Приготовленная курица, нет, нет. Почему тут кружки? Ладно. Так, это мне не надо, оно, походу, испортилось. Ладно. Я это себе заберу, продам на Авито. А когда, кстати, уходим? А уже все, уже время закончилось. Жаль. А, значит, тогда пойду прямо сейчас продам. Не, она тяжелая. А, так вот, проведем экскурсию по дому. Хорошо. Значит, ну... зайдем в вот этот вот подъезд. Ага. Тут живет один мальчик, который коллекционирует женские ночнушки. А это случайно не тот, который на заправке работает? Вы угадали. Ладно. И вот его вторая квартира. Тут, конечно, стояли шкафы, но он их убрал после того, как его замели менты. Ну ладно, так. Ну, не важно. Хорошо. Допустим. Так. А, пройдемте в эту дверь. Дверь как в лифте. А, стоп, это ж мой подъезд. Да. А. Это ж я эти двери ставил.
Я тогда выломал дверь, сказал, что она мне не понравилась. О! Это моя квартира. Пойдемте вот сюда. Положите мой вантус. Я положил в холодильник. Спасибо. Здесь у нас кто-то спер стиральные машинки. Не имею Выйдите, понятия, пожалуйста. кто. Не имею понятия, кто это был. Выйдите в дверь, пожалуйста. Это для меня дверь. Я же вам еще не все показала. А, точно, сейчас. Сейчас вернусь, извиняюсь. Вот ванная. Кто воду забыл выключить? Там уже, наверное, 3 миллиарда за счетчик намотало. Это я позавчера забыл выключить. Нет, у тети Лины все бесплатно. А, вот бы мне так же. Ну, в общем, зубные щетки лучше брать свои, мыло тоже, полотенце тоже. Ну, это понятно. Ну, в общем, все. Теперь сейчас нужно теперь готовиться к дню купания. Хорошо. Унитаз куча хлама накидал. Да, все, слушаю, слушаю, все. А вы куда? Вы идите к себе в квартиру? То вы не туда. Ваш подъезд следующий. А, да? А я знаю короткий путь. Ой, кстати. Без подарка пришел. Почему каждый, кто приходит ко мне в гости, дарит именно вантус? Не знаю, не знаю. Так, а мне тоже тут вантус подарили. Вон в этот в ящик А, для это я подарков. подарила. А, так вот кому по голове настучать. Все. Кстати, удобно, что вы тут окно поставили. А, Короткий путь согласна. домой. Если не в тот подъезд войду, то короткий путь домой. Так, ладно. Так, в принципе. Что тут по новостям? А по новостям что ничего нету. Грустненько. Ладно, так, светильник погасить или не надо? А, он и так погашен. Ладно. Так, опа. Какая-то записка. Мясо, напитки, овощи. А, это то, что надо было принести. Месь, пирог. Пирог. Стоп. А разве не вчера этот пирог с окна выкинул? Ну ладно. Это не важно. Так, ну принесу его тогда. Хлеб. Я не знаю, сколько он у меня уже есть. Пицца, которую я в первой серии купил еще. И еще вот 3 бутылки колы. Подойдет. Так, и в принципе вот это все выложу. Я уже богатый. Так, что у меня еще есть? О! О, это маска этого. Тактическая маска. Есть тактическая маска. У меня есть. Что у меня еще есть? И у меня есть ножик. Сейчас, ребята, смотрю, пранк века сейчас будет. Собака наступила случайно. Здравствуйте. Вы шо? Вы шо? Это пранк был. Это сейчас. Вот, это я, это хомяк. Пожалуйста, так не шутите и не придется повесить на окна шторы. Ну ладно. Так, ну тогда уже на следующее утро будет это. Будем купаться, веселиться. Пока что поем пиццу. Посмотрю какой-нибудь фильм. Так, ага. Так, ну и в принципе. До завтра тогда. Продолжаем. Фух.
Хороший фильм посмотрел, правда, пиццу не доел. Ладно. Так, сейчас сегодня вроде это сезон купания или как там? Получается, что мне надо? Так, ой, я тактическую маску забыл оставить. Ну ладно. Так, тележка какая-то магазинная. Ладно. Выкинул в мусорку. А хотя не. В мусорку это сильно скучно. Во. Кто-то сегодня не выйдет из дома, походу. Так, а, я сам застрял. Так, здравствуйте. А Я... что это такое? где? Вот это. Застрял. Здравствуйте. Это я не знаю, что. Кто-то тут пробегал какой-то, не знаю. Чебурек и оставил. Так, пирог. Сейчас. Пирог. Бутылка. А еще. Так, и хлебушек сюда поставлю. О, все, можно кушать. Хорошо тут. А, точно, купаться можно. Так, упади на эту маску. Мне вроде под водой дышать можно или нет? Ну-ка, могу ли я дышать? А, нет, не могу. Ну ладно, так поплаваю. Эх, хорошо. Ладно. Почему в... Что это вообще? Озеро, река. Короче, тут... Почему тут плавает картон? Странно. Ладно. Фух, что-то у меня вот идея сейчас пришла. Взять этот как... В следующей серии, может, бизнес свой открою. А то уже как-то, не знаю, просто так работать скучно. Хочется работать самому на себя. Вот открою бизнес. Не знаю. Стану богатым. Куплю себе дом на Рублевке. Только надо решить, какой бизнес будет. Ребят, можете написать в комментариях, кстати. Вот так. Ой, и вот этой страшной маски. О, вот так проще обращаться к вам. В общем-то, напишите в комментариях, какой мне бизнес в следующей серии открыть. Потому что, ну, я прям не знаю. Никаких идей нету, ребят. Никаких. Ладно. Так. Искупался. Что тут гном тут делает? Гном, ты что тут делаешь? Пусть тут сидит. Я испугался. Откуда? Их же только что тут не было. Так. Это уже какие-то цыганские фокусы. Ладно. Да-да. Так. Холодильник. Еда. Возьму вот этот бургер один. Чикенбургер. Бутылки можно сдать. Почему бы и нет? Я, конечно, уже элитный бомж, я уже и зарабатываю неплохо, и да, но бутылки все равно можно сдать. Пока что их вот сюда куда-то положу. Нет, стоп, мусорить нехорошо. Мусорить нехорошо, поэтому я, пожалуй, поплыву. И вот сюда вот выкину в мусорку. Опять тут этот гном. А! Еще больше стало. Какой-то апокалипсис уже. Ладно. Так. Стоп. Этого тут не было. Что происходит? Лучше посижу под зонтиком. Может, голову не советую садиться на этот лежак. И на тот тоже. И на остальные тоже. Похожу с зонтиком.
А то, может, голову напекло, не знаю. Уже какой-то гном апокалипсис тут. Ой, я их могу зонтиком давить. Прекрасное развлечение. Давить гномов зонтиком. О, а этот крепкий. Ладно. Здравствуй. Будешь чикенбургер? Да, привет. Вот, держи чикенбургер. Он вкусный, наверное. Я не пробовал. Ладно, так, ну, в принципе, на этом можно и заканчивать серию. Спасибо вам за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и всем.